прогноз с 14 по 20 сентября. На этой неделе Солнце находится в знаке Девы и в этот четверг проходит срединную точку между затмениями, так называемую точку хаоса. Дела, спланированные в этот день и которые кажутся, что удастся наверняка, могут завершиться совсем не так, как мы планировали. Или наоборот, самые безнадежные дела, которые раньше нам не удавались или кажется, что не удадутся, могут закончиться определенным позитивным результатом. На этой неделе также новолуние в четверг подарит нам время осознать свои внутренние чувства и эмоции, поставить на паузу суету повседневных дней и проанализировать, что нам нравится, а что нет. Ну и спланировать на этот месяц хотя бы, чего мы хотим, к чему мы стремимся и какие чувства мы хотим испытывать. Когда Луна переходит из одного знака зодиака в другой, это явление называется луной без курса. Напомню, что в это время лучше не начинать никаких важных мероприятий для вас, рассчитанных на перспективу и развитие. В это время мы также рассеяны больше, чем обычно, и склонны впадать в иллюзии, поэтому не стоит поддаваться, ну или соглашаться на какие-то предложения, которые были сделаны в этот момент вам. Но это не значит, что в этот день лучше ничего вообще не делать. Лучше заниматься обычными, простыми повседневными делами. На этой неделе Луна без курса будет во вторник после обеда, в четверг также вечером и в субботу после обеда. Для гродненцев на этой неделе актуальным будет накопление сил. Для этого не следует распыляться на множество мелких и второстепенных дел. Признайтесь себе, найдите то дело, которое вас наполняет силой и вдохновляет, и займитесь этим делом, ну, хотя бы по чуть-чуть каждый день. Овны. Упрямство и чрезмерная принципиальность может привести к конфликтной ситуации. Тельцы. На этой неделе возможно активное участие друзей и родных во всех ваших делах. Близнецы. Не забывайте об отдыхе. Вам бы не помешало выехать на уикенд. Раки. Начальство ожидает ответственного шага. Не разочаруйте его. Львы. Успешные переговоры, деловые встречи, решение юридических вопросов. Девы. Работа потребует дополнительных усилий. Лучше сразу определиться, с чем вы справитесь. Весы. Вы повлияете на свое будущее, если разумно рискнете и что-то измените. Скорпионы. Соединив вдохновение с земными задачами, сможете добиться успеха и укрепить материальное положение. Стрельцы. Стоит проявить активность, но не раскрывать планы и не слушать советов. Козероги. Разумно не взваливать весь груз забот на себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким. Водолеи. Доверяйте интуиции, если хотите избежать просчетов. Рыбы. Действуя осторожно и дипломатично, у вас будет шанс превратить противников в союзников.